дядя Толя. Пьяный мужик заходит домой, дверь открывает, что-то обрывает, все рушится, вешалка какая-то, ваза, он орет: «Я пришел!» В ответ тишина. Он заходит на кухню, пытается холодильник открыть, все падает, разбивается: «Я пришел!» А в ответ тишина. Он такой проходит через зал, задевает телевизор, все разбивается, он: «Я пришел!» А в ответ тишина. Он заходит в спальню, закуривает, залазит на такую белоснежную постель и орет: «Я пришел!» А в ответ тишина. Он такой падает, затягивается сигаретой, говорит: «Господи, как хорошо жить одному!» Друзья мои, анекдоты от баклажана специально для вас здесь и здесь, и даже здесь, лучшие за февраль. Баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан, дядя Толя, баклажан.